Привет. Поперлись дальше. Так. Я здесь, нужно мне. Нужно мне сюда. Ну ладно. Это вообще где? Интересно, я долечу до туда или нет? Хотелось бы. А, нет, наверное, не долечу нифига. Далековато, хотя... Всегда же есть шанс. Чуть-чуть не хватило. Это весьма печально. Здесь я не запрыгну, наверное. Да. Придется понизу пехать. Так, куда мне пытаются заманить? Все, роботы какие-то по крышам ходят. Блин, я не долетаю катастрофически ни до чего. Чувак, смотри, у меня что есть. Оп. У нас же получилось.これは地下にある空間の崩落による陥没。こんな巨大な空洞がどうして? Откуда, откуда? От верблюда. Робот проделал. Кто там еще топает? Ай! 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 Я рада! Блин, сложный какой взлом, а? Может, защиту какую дадите от этих синеньких? Штучек. Угу. Ну тут попроще. Ну, в общем, этих, наверное, смысла нет взламывать. Я дальше. У меня, кстати, бот улучшенный. Я его в первой части улучшил. Вот этот вот пулеметный, который. Или не улучшил? Ну-ка, как это посмотреть? Да, улучшил 165. Плюс 25. А, там же тоже сейчас битва будет, да?
Тут что эту тварь добавили, или она была? Какая-то низкоуровневая. Ну-ка, парень. В принципе, если приноровиться, то не так уж это и сложно. Десятый уровень дали. Сразу. Круто. А ну-ка. Хорошо, что я до 50 уровня прокачался. Заметно облегчило мне жизнь. Они меня даже не дамажат. Офигеть. Ты кто такой? Что, может хард поставить? Это что-то просто очень. Становится плав. Ну блин, хард поставишь, убивать начнут. А если тут убивают, это такой геморрой. Во-первых, все чипы чипаются, если ты их не подберешь. А чтобы подобрать, тут труп хрен найдешь, блин. А так весело. Нет, этот плащ демона веселая штука. А в ближнем бою он как? Ну, ближний бой не знаю, а вот дальний бой веселый. Ну что, сиганем? Че все время не те кнопки жму? Кто-нибудь может мне объяснить? Так, куда идти? А, кстати, тут... Тут сундучок, по-моему, был. Да. Сколько надавали, я даже удивлен. Хотел сказать, я даже прочитать не успел. Разваливаются только так. Так, что у меня? Со сканом.
Oops. Ну, ваншот. А, в принципе, пофиг. Я же не виноват, что мне позволили прокачаться до 50 уровня. Сами виноваты. Скайсэмитайたちの残骸が。でもこれ随分昔からここにあるような感じですね. この場所は データベースに該当する情報はありませんね. А кат-сцена где? Вот она. Вот, короче, с одним из этих братьев, или кто они там, я и зафейлил.私の名前はアダム。君たち Парень, 60 уровень. В смысле, 50 уровень против 16-го. Вы с ума сошли. Ай, блин, зараза. Ну, взломать я тебя не смог, да? Ладно. Попробуем еще раз. Да блин, кубики эти долбаные еще дамажут. Что происходит? Где я нахожусь вообще? Фак. Ау, ау, блин. Никак не получается. Ага, ну один раз получилось.
ここにいる大物は宇宙人と что происходит? Где он? Блин, господи. そろそろ時間だ。これが私たちの創造者の末路。お前たちが信じる人間は。逃げられた。Да и хрен с ними, господи. Эйлиан たちが既に滅んでいた。トゥビー、とりあえずバンカーに戻って報告しよう。Сейчас вернемся, да. Пробегусь тут по кругу. Может, что дадут?Пинка под зад, походу, дадут тут, и все опять. Заразы. Ну ладно. Хрен с вами. В бункер вернуться, да, говоришь? Ну давай. Мендоксай десне. Монку иванай, наиес. А. Туби-сан, кочера оператор Сикс-О десu.廃墟都市の転送装置の配備と稼働を確認しました。他のポイントも準備中です。ようやく転送装置が使えるんですね。転送装置？ええ。地上にボディを残したまま、バンカーの仮ボディに自我データを転送する装置です。技術部の人から話を聞いてたんですが、ようやく実用化されたんですね。マップに1データをポイントしますね。Вот, теперь дали быстрое перемещение. Да, это... Это я зря сюда побежал пока что. Окей. Опс, ты кто? Я...元気？あ、ジェカさん。君たちのところの司令官に言われたんで、あた転送装置も動かせるようにしておいたから。あ、ありがとう。司令官は昔馴染みなんだけど、あいつ人に仕事させすぎだよね。今度会ったら文句言っといてよ。これが転送装置。でも転送装置があればいちいち飛行ユニットで飛行ユニットは運用。だだだ、ばばば、это я так же уже знаю. Чё мне полез?Дурачок. Так, там я был. Все. Валим отсюда. Кедрини матери. Так, в бункер, да? В бункер, да в бункер. Поехали. Ну, тут заставки какие-то стали показывать.以上がエイリアンシップの報告です。そうか、すでにエイリアンは。この情報は人類会議で結論が出るまでは最高機密として扱うことにする。くれぐれも他言のないように。はい。君たち二人にはパスカルという名の機械生命体の情報収集を命ずる。え、あの怪しい感じの機械生命体ですか？月面の人類会議からの通達だ。特殊な個体の調査は今後の作戦の重要な資料となるからな。了解しました。了解しました。しました。しました。ちょっと待って、без работы。ну-ка быстро。по рабочим местам расселись。司令官も本当に人使いが荒いですよね。しかも。行き先はまた廃墟都市ですか。
久しぶりだし、ちょっと休んでいきません？トゥビー。気が向いたらね。Но у меня есть рыба, которую я хочу порекомендовать. Если вы конкретно хочу, чтобы вы съели ее. Я что-то не понял вот этого вот квеста, честно говоря. Она дает какую-то рыбу. Надо ее съесть, наверное, в этот раз. Потому что при первом похождении я ее не ел. Так. Демо, чигототте тайхен десу ё не. Саксен ни суки кирай ва най. Найнес, а ната ва канжо о даши суги. Ваташи тачи ёрха бутай ва канжо о дасу кото ва киншу саретеру хазу. そうは言っても個体差があるから仕方ない気がします。あのアダムとイブって特殊個体もまるで感情があるような。いいから転送装置の場所に行く。はーい。ちょっと не понял почему маркер показывает сюда。Не хочу я спать. Стоп, 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 подожди. Блин. Карта здесь не отображается. Почему-то. С чем это связано, я даже не знаю. Тут...Какое-то задание вроде светится. А тут уже не светится. Чего не понимаю. Тут светится, там не светится. Так, это у нас ангар. Терминал. Ну-ка пошли в терминал, сходим, что там есть. Присадочный материал, деталь усиления С. Не, подожди, чё, может продаешь что? Ясно. Что такая же бесполезная. А, во. Да ты зараза. Твою мать, а. Сраный шарик. Большое восстановление. Господи. Из-за этого я два раза умер. Ну, в смысле. Зачем тут два терминала, еще один? То же самое.
Ну тогда все. Куда мне надо? В деревню? А. Пойду рыбу съем. Залазь тоже, что стоишь, девонька? Тубишка. Так, где она? Здесь что ли? Нет? Макрель. Получен предмет макрель. И что? Он ключевой или нет? Нет. Вроде бы. Так, ну это не материал, скорее всего. Почему тут нет сортировки? Что за бред? Макрель. Можно обменять на деньги. Во-во. Китовую акулу я поймал. В первом прохождении. Короче, понятно. И чё? Спасибо за помощь. Пожалуйста. Я сюда за этим шел. Вы смеетесь, что ли? Ладно. Поехали в деревню туда. Так, где он? Вверху. Лестница. Попадись мне, да получи, пожалуйста. Спасибо. Это настоящая лестница. А нет, блин, не та кнопка. この村以外にネットワークから切り離された機械生命体は。この村以外ですか。先日の二人に倒していただいた遊園地の歌姫はその歌姫。あれが。 Поющую жестянку. Понятно, ага, вот. И теперь появились квесты. Меня бесит эта карта. Стоп.
Ну, ладно. Доработанный механизм. Ну, ладно. У меня же есть доработанный механизм. Ну, жемчуг дали. Блуждающая парочка. Я в первом прохождении что-то этот квест похерил. Я их не заметил, что ли. В общем, я его не делал. Поэтому он у меня здесь нарисовался теперь. Ладно, допустим. Жемчугом я разжился. Что-то еще где-то было там. Вот, да, где это светится? Задание. Это не у тебя, дурак. Данные старого мира. Ну. Ага. Данные старого мира. Ну, кое-что я нашел там, да? Твою мать, ненавижу платформеры. Слушай, я не могу ни на одну платформу запрыгнуть нормально. Он же дурачок. Эффективный. И чё? Ну ты кто такой? А что делать-то надо? Паскаль утверждает, что дети в деревне изучают экономику и нумизматику. Он убедил вас поговорить с ними и услышать, скажет о предметах. Но здесь был предложен выбор между монетой малого и большого номинала. Ребенок выбрал малого к большому восторгу других. Что-то может быть со схемой, поэтому взломайте его. Взломайте его! Так бы сразу и сказали. Ни хрена себе задачка. Ни хрена себе задачка. Thank you.
собака страшная. А, тут, наверное, в определенной последовательности надо делать. Ага, вот, вот, да блин! Так. Ох, я даже не знаю. Ага. Ага. Нет. Так, ты умри, ты умри. Нет, 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 ага, хорошо. Наверное, вот этого надо. Да. Блин. Да блин. Нет, 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 пожалуйста, не умирай. Блин, я его чуть не убил. Ну, блин, я не уверен, что мне это нравится, честно говоря. Вообще не уверен. Скорее нет, чем да. Ну как его, блин? Так она не проходит. Где прятаться? Убить вот это? Тут еще на время, небось. Да, здесь хрен спрячешься. Ага. Последний остался, самый сложный, наверное, да? Ну-ка, как тут мышкой можно... А, вот же как, ё-моё. Мышкой можно, оказывается. Да, вообще неудобно. Да. Мышкой это печально. Блин, нет! Нет, 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 нет. Ну, слава богу. Господи, как это непросто сделать с Клавой.
Нога робота, тело робота, голова, рука робота, ядро робота, чип усиления взлома плюс 6. А, офигеть. Нет! Да, мой автоскрипт всех автоматически дамажит. Он же автор. Так. А, вот задание. А тут что? Тихо. А, вот задание появилось, понятно. Это мать, оказывается. Уничтожьте ядро, чтобы открыть электронный замок. Задание затворник. В деревне Паскаля обратилась машина моментальной помощи. Похоже, что ее сын закрыл себя внутри дома с электронным замком, теперь оказывается выходить. Найдите способ открыть дверь и вытащить парня на свет. Понятно. Этот яблоко нашел под деревом. Давай. Блин, тут на время еще. Не так-то просто. Понятно. Блин, не туда пошел. Опять не успел, походу. Да. Управление, ёп. Он. Опять забыл, куда идти. Сюда. Окей. Ну. Рука робота еще. Хорошо. Ну, да-да. Ай-ай. Извини. Автоскрипт. Хорошо. Так. Вроде бы...
что на карте. Вроде бы тут все, да? Это что? Торговец припасами во враге. А. Это что? Непонятно. Руины города вблизи башни. Это что? О. Тут еще квесты, блин, вагон с телегой. Ну что, пошли сюда. Руины города вблизи башни. Так. Блуждающая парочка. Вы принесли мужчину андроид доработку механизм, по-видимому, планет покинуть деревья. Что это произведение кнопочка обслуживания? Страны старого мира. Наследие прошлого. Ну да. Понятно. Нет, мне не сюда. Блин, какие они молодцы, что сделали вот так. То есть второе прохождение не просто НГ плюс, как бы, а оно другое. То есть тут другие квесты. Другие задания, так сказать. Сюда, да? Тут как бы не просто концовка другая. Ну, как обычно бывает, да, в играх. Другой ролик покажут и все. И ничем не отличается больше. Нет. Все по-другому. Другие задания, другие интересы. Где же они могут быть? Хм. Так. Мне надо вот сюда глядеть, что тут творится. А, они вон туда же залезли. Или не они. Так. Механизм, отстань от меня. Ну и тоже отстань. И ты тоже отстань. Живые люди. Еще кто-то есть? Не лось. Да что? Сюда, что ли? Давай, полезли. Нет, тут другой какой-то. Робот, нанька, ёсуга окашина. Эй, парень, с тобой что не так? А, он самоубийца, что ли? Спрыгнуть хочет. Есть кто дома? Отлично. Молчит. И что, мне тебя взламывать? Так.
Ага. Все еще молчит? Че, еще раз взломать? Ну чё, почему он умер? Что-то я сделал не так, наверное, да? Хрен с ним. Блин, сохраняться надо почаще, чтобы переигрывать. Тут сохранялки еще, конечно. В принципе, туда можно не ходить. Ну это как бы не квест, что ли, был, или квест? Дефективный. Ну, ладно. Я не знаю, правильно я сделал или нет, но странный квест, если это был квест. Мне сюда предлагают пойти. А я хочу узнать, что здесь. Такой вот я нестандартный. Пожирнее стали, 38 уровень, нормально. Хотя, по идее, это я здесь должен быть 38 уровнем, наверное. Все-таки. Но тут уж ничего не поделаешь. Так, это куда ведет? На крышу. А мне куда надо? Нет, 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 нет. Не падай, парень. Значит, с FPS тут вообще проблемка. Я не понял. Сейчас вот. А, я еще не дошел просто. Так это внизу, что ли, где-то? Что-то не понял. Где это? Хрен знает, где-то в воздухе. Что?
Ай, 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 ай. Да блин, чё у вас тут до хера-то так? Так, вы чё? Страшные? Ну-ка. Блять. Проблема ещё в том, что Мне не показывают полностью эту, как сказать, карту при взломе. Так, наверное, надо сначала вон того долбить. Да не. Хотя они и так дохнут, как мухи. Вроде бы. Еще? Ну ладно, вы издеваетесь. Еще где-то один сидит на голову. Готов. Ну, быстро уровни тут дают. Только что вроде 50-й дали. Пофиг, сойдет. Ты железка, перестань меня ронять. Я при первом прохождении, там есть квест про каратиста. Так вот он на последней фазе 60 уровня был. А я был где-то 35-й, по-моему. Так в последней фазе он... Мало того, что его один раз надо победить. И это длится где-то, я не знаю, полчаса, наверное. Надо его... Он не дамаговый, но очень толстый, очень. Толще мобов я не встречал в этой игре, чем тот каратист. Вот мало того, что его надо победить, так его еще второй раз надо победить. То есть я где-то его час долбил там. Ну, может, не час, конечно, но около того. Очень долго, очень. Походу, мне сюда предлагают спрыгнуть. Я опять не на ту кнопку нажал. И что? Что? А, мне терминал, что ли, надо было установить? Чуть не пойму. Ясно. Уби, что не видишь? А, так он и так умеет.
Нафига тогда эти наручи нужны? Не, я хочу одну рыбу. Да блять. Это не та кнопка, твою мать. Что я делаю, а? Я хочу одну рыбку поймать, все-таки. Хотя бы одну. Так. Блин, зачем мне все медаки эти попадаются? Так, ладно. Нафиг. Куда мне еще надо? Стоп, так это... Я не туда, куда-то... Что? Я не туда. Пришел-то. Ничего не понял. Она полезная. Я что-то опять все напутал. Ничего не поймешь. Прыгай давай, ну. Ну ты же умеешь, я знаю. Так, почему тут пометка-то? Я что-то не понял. Где это вообще? Ну, это напрягает. Слегка. Когда стоит отметка. Ты не можешь до нее добраться. Что там такое посредине стоит, что я не замечал реконструкции раньше? Кусок здания. Ну ладно. Кстати, а тут нет ничего? Есть что-то. Угу. Что тут? Простой механизм, пожалуйста. Вот тебе и пожалуйста. Вот вам и спасибо. Докидывает, что ли, не пойму. Прикольно. Блин, да куда, как туда долезть-то? Господи. Занятно. На этом месте вот был турнир на скорость при первом прохождении, который я долго не мог
выполнить. Ну! Блин. В натуре проще так завалить, чем взламывать каждого. Ну, не знаю даже. Так, ну я что-то не понимаю. Где это задание? Может быть, где-то повыше, где? Что-то там свистело. Да. Да. Не, ну это что-то не похоже, что там, там вроде бы нету ни черта. Я слепой? Или тупой. Начать рыбачить. Что? Канси. Где квест? Ядрёна мать. Эй, ты что толкаешься, офигела? Вот курица, нет, вы это видели? Сама упала и меня, главное, свалила. Где квест? В этих руинах, что ли? Что-то я не всосал. Внизу ни хрена нет, правильно? Эта курица еще толкается. Тубишка. Ядрёная кочерышка. Ну, маркер-то вот сюда показывает вообще-то. Фига он умеет как? Не знал. Толку ноль, правда. Ну, не знаю даже, товарищи. Ай. Или может здесь где? А здесь где? Здесь негде. Это я туда пойду. Мне туда не надо. Короче, ни хрена не понятно. Ладно. Посмотреть, куда еще можно сходить. Я потом мне запись поищу, что это за... Куда этот маркер показывает. И тут вот еще какой-то маркер стоит. Ну, давай сюда сходим, ладно.
Да, это... Это любопытно. Я не думаю, что это баг. Нет. Игра вроде... Давай, запрыгни. Вот не хочет. Вот так вот. Так, куда этот маркер ведет? Наверх куда-то. Слушай, тоже никого нет. Или это в доме, может, где? Может, еще выше? А как туда подняться? Что? Что-то я не понимаю. На это здание как-то подняться можно? Но не отсюда, видимо. Откуда? Ай-яй-яй, не бады. Не, ну они жирные стали. Смотри, 38 уровень, это тебе не 20-й. Они просто так не дохнут. Надо мне как-то наверх подниматься. Ай. Ну только как? Не, ну как-то понятно, как. Что-то тут вроде было. Что тут пищит, а? Вон там, что ли? Нет. А где? Наверху, что ли? Так, левее. А, вот, да. Hola.
то чтобы очень, конечно, но... Какой уровень? 39-й, ну да. Но бьют не больно все равно. Вот. Это что значит? Я бегу, раз, и маркер пропадает. Это что значит? Обман зрения? Зрение? Что? Вы троллите, что ли? И маркер пропал. Появился. Вот, на миникарте. Не, это, да, это я. Это я сам себя обманываю. Вот так вот? Да, 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 нет? Где? Где? Да етишкин пистолет. Где задание-то, блин? Вы чё? Это уже не смешно. А, вот оно где, ёп. Опять самоубийца, что ли? Блин, нет, нет, не падай, пожалуйста, не надо, не падай. Взлом привел к синаптическому наложению. Что? Ну, их второй раз взламывать-то не надо. Это я уже знаю. Ага, то есть это вот серия квестов. Их надо всех, типа... взломать и спасти. Так про я правильно понимаю, что ли? Они все смысл жизни ищут. Нашли. Не нашли, пытаются найти. Ну, значит, я где-то там не досмотрел. Стреляет. Кто стреляет? А, внизу может. Ну ладно, хрен с ним. Хотя бы с этим понятно, что случилось. Так, может быть... Нет, 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 может быть, вот на этом здании я посмотрю сейчас. Нет, на этом здании никого нет. Да до этого здания я сюда прыгну, наверное.
А на каком? На этом? А, вон он. Так, как до тебя долезть? Наверное, вот здесь можно. Ага. Спрыгнул, я думал, он взорвется. Это все? Может, не за ним спрыгнуть? Он даже лут после себя не оставил. Или куда он спрыгнул-то, блин, надо было посмотреть. Это место падения робота, а, вот, да. Усиление взлома, что ли, дали? Все? Что-то от робота даже запчастей не осталось. Ну, наверное, да, усиление взлома. Больше вроде нет, ничего, правильно? Ладно. Дальше чё? Тут ещё чё? Опять самоубийца? Вроде не похоже. Пойду схожу. Где это? Вообще, блин, игрульку бы закончить надо бы. Запись, в смысле. Сейчас, наверное, до чекпоинта добегу. Зачекаюсь. Чтобы найти его, он там есть. Мау. Да, и на этом серию закончу. Пока-пока.